Международный фестиваль хореографичного мастерства «Сожский карагод» проводится у Гомеле с 1997 года с метой замацывания творчих сувязей и взаимодействия культур разных краин. За годы існавання он стал соправдной визитной карткой областного центра. Организаторы сёлетнего фестиваля, які запланованы на середину вересня, обещают шмат новаций. Например, уже вядомая концепция церемонии открытия. У 2013 году танцевальные коллективы-удельники увасабляли 4 стихии – огонь, воду, землю и поветра. Зараз яны разом представить свое особливое творшее полотно. Учитывая, что это год культуры, мы решили вот сделать такое творческое полотно из нитей, краски голубые, белые, оранжевые, желтые. И вот эти нити будут сочетаться с пластикой, с разнообразием хореографических направлений в хореографии. У минулом фестивале приняли удел коллективы 17 краин свету. Все лето плануется поширить географию больше, як удвоя. Запрошения накированы у 40 краин, сирот яких Аргентина, Индия, Китай, а так само постоянные удельники России, Украина, Казахстан, Молдова, Сербия, Шотландия. Этот фестиваль характерен тем, что сюда приезжают очень многие известные коллективы, не только из Республики Беларусь, но и за пределов Республики Беларусь. То есть сюда все стремятся. Они знают о том, что начало сентября месяца Центр культурной жизни в Республике Беларусь перемещается в город Гомель. И здесь проводится этот фестиваль. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».